Всем привет, с вами Бивер и настольные игры. Сегодня я хотел бы вам показать портированную настольную игру, которая просто отлично, по моему мнению, смотрится на телефоне. Анитама. Дуэльная стратегия в виде упрощенных на первый взгляд шахмат, в которой игрокам нужно либо захватить мастера противника, либо зайти своим мастером в храм противника. В каждой партии участвует лишь 5 карт передвижения, каждая из которых предлагает особые фигуры для перемещения. Темная точка в середине обозначает текущее положение вашей фигуры, остальные возможные локации или ячейки для перемещения. По ходу игры, после выбора карты, игрок отдает ее своему противнику, получая одну на замену, и то же делает и оппонент свой ход. Двигаться в игре можно как помощниками, так и мастером. Особых свойств у них нет. Если же игроку удается совершить ход, при котором его фигурка заходит в ячейку, в которой стоит фигурка противника, то данная фигурка уходит с поля, ну а если это мастер, то партия завершается. Довольно простая по правилам, но тяжелая по стратегиям игра Унитама. В нее можно играть онлайн или офлайн. Кроме того, можно и докупать новые колоды с картами движения, как и персонажей, также приносящих с собой уникальные карты. В общем, хорошая дуэльная стратегия на 10 минут, за которые она может успеть изрядно вас вымотать. На этом все. Если вам понравилось, ставим палец вверх, подписываемся на канал, ну и конечно же оставляем комментарии под видео. Любите настолки, играйте в них. А с вами был Бивер и канал Бивер Геймс. Еще услышимся!